Камень где-то рядом. Идем наверх. Скорее, надо спешить. Ну все, почти пришли. Вот он, камень Чинтамани. Надо же, мы обогнали их. Какой красивый. Да, просто блеск. Расшибем его и смоемся отсюда. Постой. Что-то не так. О чем ты? Марко Поло ошибся. Это не сапфир, это янтарь. Янтарь? Да, окаменевшая смола. Древесный сок. Минуточку. Что это? Не может быть. Послушай, Нейт. Ненавижу, когда он так делает. Кому ты рассказываешь? Как я упустил это? Что упустил? Это вовсе не камень, это смола, сок дерева жизни. Стой, я ни черта не понимаю этого дерева. Нет, вот этого. О, черт. Вот он где, Лазаревич. Идет к дереву жизни. Господи, черные зубы. Что? Черные зубы. У тех монстров и у трупов в Борнео. Они ели смолу и переродились. Думаешь, именно это задумал Лазаревич? Предлагаешь подождать и проверить? Браво, Шерлок. Отлично. Блин. Господи. О, Гарри. Что, приятель? Лазаревич все понял раньше тебя? Ты опоздал совсем чуть-чуть. А я решил остаться и подождать старого друга. О чем ты говоришь? Зоран все так и задумал. Он умнее, чем кажется. Мы еще можем остановить его. Елена, не надо. Нет, мы можем помочь тебе. Прости, милая. Это не кино, где смелая красавица перевоспитывает негодяя и всех спасает. В жизни так не бывает. Флинн, послушай, ты... У меня подарок от Лазаревича. Жаль, что без Чики. Назад! Елена! Нет! О, Господи! Елена! Так, все будет хорошо. Держись, мы тебя вытащим. Давай! Остановите Лазаревича! Скорей! И не думай. Идем. Они вон там! Черт! Ничего, я держу. Прикрывай. Ладно. Остановите их! За мной.